Сегодня 17 июля, на улице сильный ветер, северо-восточный, поэтому решил спрятаться на канаве. Последний раз здесь был маленьким, в 90-х, но мне кажется, тут побольше было воды. Вон рыбы-то много, только одна бель, плотва какая-то. Речь, конечно, переплюйка. Первая куница на опарыша от берка. Да. Жаль, ветер со всей дури дует. Встречный боковой. Мормышка не особо комфортно. Будем пробовать дальше. Бля, поклевка мощная. Бам! Прозевал, дугу не выбрал. Сощёль. Ладно, в траве кушок стоял. Дядя со спиннингом идет.